Грузоперевозчики сами смогут выбрать, какие дороги будут ремонтировать за счет средств от системы «Платон». Самые проблемные участки федеральных трасс определяют в ходе голосования. Организатор акции «Минтранс России» – Общероссийский народный фронт. Каждый дальнобойщик сможет высказать свое мнение на сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог». Таким образом, водители и владельцы большегрузов станут контролировать, как расходуются те деньги, которые они перечисляют с помощью «Платона». Можно заходить на сайт, выбирать дорогу, голосовать, тем самым формировать рейтинг. Мы все эти голоса видим, мы знаем, от кого они пришли, и поэтому эти данные мы передадим Министерству транспорта для того, чтобы те дороги, которые беспокоят перевозчиков, как раз вошли в планы на ремонт в этом году. Это очень хорошо, когда водители, сами зная по факту плохие участки дорог, будут контролировать и участвовать в голосовании, предъявлять фотографии, предъявлять факты, соответственно, плохих дорог, да, и принимать меры к устранению этих участков.